Рельефное вязание столбиками с одним накидом. Я провязала один ряд столбиков с одним накидом. В конце ряда делаем 2 воздушные петли для подъема, переворачиваем вязание, делаем накид на крючок и вводим крючок следующим образом, вот под эту петельку. И провязываем столбик с одним накидом. И далее вязание производится точно так же до конца ряда. Делаем накид на крючок, вводим крючок под петельку необычным образом, захватываем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Показываю еще раз. Если обычно мы вводим крючок вот под 2 эти петельки, то в этом случае крючок вводится немного ниже, под 1 петельку, вот сюда. Так будет выглядеть образец вязания, и мы видим, что появились рельефные линии, и они есть и с изнаночной, и с лицевой стороны одинаковые.